Кухня ЖКХ. Наверняка многие мечтали, глядя из окна, что-нибудь срубить возле своего дома, чтобы стало светлее, чтобы машину на стоянке было виднее, чтобы окно ветками не разбило. За незаконную рубку в России предусмотрена уголовная ответственность. Как закон не нарушить, нам сегодня расскажет гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Максим, это управляющая компания отвечает за зелень у нашего дома, желанную и нежеланную. Управляющая компания, она обслуживает не только общедомовое имущество внутри многоквартирного дома и сам многоквартирный дом, но и земельный участок, прилегающий к этому многоквартирному дому. Земельный участок должен быть отмежован. В этих границах управляющая компания обязана производить санитарную уборку и содержание земельного участка, его благоустройство и озеленение. Правила уборки регламентированы постановлением Госстроя номер 170, правилами содержания общего имущества, это постановление правительства номер 491. И важное нам муниципальном уровне – это решение Кировской городской думы от 27 августа 2008 года об утверждении правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании город Киров. Устанавливает требования к уборке дворниками, где там до 7 утра все уже дворник должен вымести, правила сноса зеленых насаждений. Так, отвечает за зеленые насаждения управляющая компания. А по поводу их судьбы решение принимает тоже она или как это устроено? Любые насаждения на земельном участке, это является тоже общим имуществом, собственно, помещением в квартирном доме. Если мы хотим снести какое-то дерево, притом оно не находится в аварийном состоянии, должно быть принято решение общего собрания. Классический пример был на деревне Дяева-1, попросили попилить деревья небольшие относительно. Управляющая компания вышла на место, начала производить спил, и там вышли из подъезда, там бегать начали, и что вы делаете? Прекращайте. Мы прекратили, это было там в июне где-то примерно, в мае. Ну а в августе, когда 4 августа там у нас был довольно-таки сильный ураган, дерево, как раз которое хотели спилить, упало просто там на машину. Теперь возмещать порядка 70 тысяч рублей необходимо. А бывает ли такое, что кто-то сам без вашего ведома что-то делает возле дома? В основном это собственники нежилых помещений, которые хотят облагородить земельный участок. Есть какие-то детские садики, расположенные в жилых домах, начинают бесконтрольно пилить и что-то высаживать. Но в основном это имеет, конечно, характер оправданный. Как я понимаю, в таких случаях все же лучше предпринимать какие-то действия, получив одобрение других собственников. Принимать решение нужно коллективно для произведения каких-либо работ. При этом решение городской думы прямо запрещает производить спил уничтожения деревьев без определенного порубочного билета. Но, честно говоря, вопрос порубочного билета на законодательном уровне установлен или нет. В основном это все производится без порубочного билета. Если вопрос касается аварийных деревьев там, и угрожает чьей-то жизни и здоровью граждан, то это без вопросов. Надо обращаться в управляющую компанию, если провести обследование. Спасибо, это был гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Учимся вместе делать все правильно, общаться и договариваться, чтобы уютно было не только в квартире, но и в подъезде, и во дворе. Кухня ЖКХ.